какая вот была проблема? У меня в основном опорно-зрительный аппарат. Хорошо, сейчас там боль есть? Нога. Хорошо. Хорошо, горного палочка. Этот гаджет не нужен. Иисус Христос, я благодарю тебя за то, что ты любишь людей. Ты заплатил большую цену. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Иисус, за то, что ты любишь людей. Прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа. Жи, Боже, теки в нем. Дух немощи. Демонический дух, который его связал много лет. Бей его! Именем Иисуса Христа немощь и изгоняйся. Господь, я благодарю тебя. Поражение, уныние, отвержение, одиночество уходит. Спасибо, Иисус, спасибо, Отец. Спасибо за радость, за Евангелие, радостную весть о спасении, исцелении. Во имя Иисуса Христа сейчас. Сила Божья течет в нем. Сила Божья! Сила Божья! Сила Божья! Язвы на ногах, выйдите вон! Раны затяните! Боль выйдет! Иисус, спасибо, благодарю! Давайте, отпускайте его! Давайте! Идите, свободно идите. Идите. Поднимайте ноги лучше. Вытыка. Поднимайте ноги. Легко стало? Хорошо стало? Боли ушли в ногах? А? Да. Боли в язву исчезли. Хорошо, слава Богу. Спину уже не давит, не гнет? Нет. А? Нет? Аллилуйя! Это вам не нужно. Вот так вот домой ведет. Вот так. Отнюхан гена. Это вам не нужно. Некоторые проповедники, для того, чтобы люди не возвращали, делают вот так. Что я так не буду делать. Но это вам не нужно. Пусть это хранится здесь. Где-то вот здесь повесить. Бог исцеляет. Аллилуйя. Хорошо, слава Богу.